Что, приветики-пистолетики, девчонки, начинаем с вами новый влог. Я вышла из ванны, и у меня все-таки операция. Найди швабру. Вот сейчас я пойду, ну как бы соберусь, понятное дело, и пойдем с вами фикс, сходим. Вот, сходим фикс и посмотрим все-таки швабру, потому что так жить нельзя. Как видите, у меня от смены климата... Здравствуйте, смена воды, смена климата, смена всего... Ну, как бы, пока это все стабилизируется, нужно время, понятное дело. Так, соскальзывает телефон со штатива. И как бы камеру пока не могу. Девчонки, пока нет интернета, камеру я не смогу взять в руки, потому что она очень много файла, ее очень тяжелые получается. Кстати, вот это вот все с Василька, если что. Так, тоник какой я использую. Axiology, Faberlic. Может быть, поможет. А может и не поможет. Никто ничего не знает. Никто ничего не подскажет. Так, не соскальзывает сейчас, девчонки, Васик, плиз. Не, вроде фиксирован. Посмотрим. Так, готово. Дальше что будем делать? Сыворотку. Все-таки я решила чуть-чуть подкраситься. Я же так ходить не буду, понятное дело. Так, сыворотка. Крем. Крем. И крем под глаза. Я взяла... Показывала вам в прошлых влогах, я взяла вот такую вот фигню. Фигню, простите. Не фигню, нет. Штуку. Фигню вырежу. Ладно. В общем, смотрите, Green Planet. Это мне Белорис прислали подарочек. Их бокс от Green Planet. Там были кремы для рук, кремы для ног. Это все забрала моя мама. Я себе оставила вот эти вот два продукта. Еще у меня был санитайзер. Значит, смотрите, алоэ пантенол. Это солнцезащитное желе. Оно очень классное, просто как легкий увлажняющий крем. Причем для жирной кожи подойдет, липкости не оставляет, все прям шикарно с ним. И вот такой антиоксидантный увлажняющий лифтинг сыворотка для глаз. Вот. Продукты неплохие, если вы не любите утяжеление, то прям отлично. И смотрите, у меня есть вот такая сыворотка от Compliment, я ее только с собой брала, думаю, если что вдруг, ну как бы посмотрю, съезжу, может, в саму Москву. И куплю себе то, что захочу. И также, девчонки, от вас, ну, те, кто, у кого есть подружка, там кто, ну, магазины я имею в виду, которые мне рекомендовали, скажите, пожалуйста, они доставку делают, чтобы я не ездила? Сейчас, тем более, сейчас такая ситуация, я лучше тут посижу. Ну вот, больше вам буду видосиков снимать. Так, на шею, не обязательно на шею, девочки. Омолаживаемся как можем. Все-таки как-никак возраст. Так, теперь беру сразу желе. Вот это солнцезащитное. Ну вот очень понравилось. Я сначала думала, что это будет такой какой-то гелевый продукт. Но нет. Вот, смотрите, это прям крем. То есть вы наносите его. Чуть-чуть еще побольше хочу. Поры не закупоривает. Это мне кажется, что от воды. Вода немножечко другая. И поэтому мне кажется, что от нее. Так, сейчас, как я буду укладывать волос? В предыдущем влоге я укладывала на фен-щетку. Сейчас, наверное, просто феном посушу и вытяну на плойку. Хочу сегодня прямые волосы, тем более у нас с утра был дождь. Он прошел где-то с 7 утра. И потом с 10, вот солнышко, видите, под шкафу. Так, еще мне надо купить тряпки. Вот обязательно нужно составлять список. Прежде чем идти в фикс-прайс, нужно составлять список. Посмотрите, какой вот это вот... Продукт, как правильно еще раз, антивозрастная увлажняющая сыворотка, лифтинг. Видите, какой он гелевый, просто вам не покажу, он соскальзывает, зараза такая. Кстати, можно, надо было под крем, слушайте, и на все лицо, какая разница, объема хватит. Вот так. Ну что ж, не ухаживай ты собой, что ли? Девчонки, у меня просто хорошее настроение, и я хочу с вами делиться этим настроением. Вы же все мое, все, вот вся моя жизнь, все, что связано с, ну, с моей деятельностью, это YouTube. Я уже много раз говорила. Так, отправляем это все обратно и достаем косметичку. Вы меня слышите? Косметичку. Это косметичка, если что, вдруг. Так, эта расческа нужна. Спасибо. Так, расчесочка моя, тут бантики.
Вот такую расческу взяла, просто расчесываться. А другая у меня для укладки. Это... О, резко вспышка была. Это, о, блин, я забыла, как она называется. Так, что будем наносить на лицо в качестве тональной основы? Я предлагаю настоятельно тональную основу от Ламель. От Ламель. У меня есть спонж, но мы будем наносить кисточкой. Ну, хотя, в принципе, можно сухим спонжиком. Он будет, блин, меньше, конечно, тональная основа будет на лице. Давайте попробуем вот этот вот спонж от Beauty Bomb с этой тональной основой. New Wave от Ламель. Давайте попробуем нанести... Вот прям вот так. Рукой терпеть не могу наносить. Фиг его знает, что получится. Но если только мышцы. Я лучше нанесу тонкий слой тона. И потом... Нет, я только перепоганю. Возьму кисточку. И потом я сделаю, знаете что? Знаете что? Это у меня кисть от Lux Visage. Да. Их вот эта кисть плотно набита. Сейчас мы нанесем тонким слоем все это дело. Вот, видите, это все равно не замаскируется, и смысл нам слоеный пирожок делать, да? Но уже, гляньте, как выравнивается тон кожи. А еще что? Вот за вот эти вот несколько дней я перестала пить воду. И я наконец-таки поняла основное значение воды в организме. Девчонки, это да. Вот если ты перестаешь пить воду, вот положенные 1,5-2 литра, я 2 выпиваю, честно. Я люблю воду, и основное количество жидкости я выпиваю с утра. Как только ты начинаешь этим злоупотреблять, ну или попросту говоря, забивать на это все дело, то как бы здравствуйте, приехали прыщи. Они нам не нужны, девчонки, не нужны. У меня есть 2 консилера Эстрады, это оттеночек 21, и Эйвон вот такой. Нанесу Эйвон, он тоже неплохой. Под глаза я наношу немножко. А на высыпание лайфхак. Я думаю, многие про это знают. Прям наносим вот так, покрывая полностью воспаление. И не растушевываем сразу. Даем консилеру подсохнуть. Потом растушуем, и его фактически не будет видно. А пока за это время можно как бы растушевать консилер под глазами. И припудрить Т-зону. Ну, под глазами, вот здесь, например. Я сильно краситься не буду. Зачем? Во-первых, я стараюсь как бы сейчас много и не краситься. Вот никому не дают покоя мои румяна. Я просто сейчас читаю комментарии. И пудра вот такая, девчонки. Это пудра от Фокалюр. Это я не забыла, девчонки, помню, да? От Фокалюр шикарнейшая транспарентная пудра. Хочу еще попробовать от Stellaris, но что-то она дороговато получается, но все-таки попробую. Я прям самим вот этим вот спонжиком Т-зону припудрю, потому что сейчас накрашу ресницы нижние, и она отпечатается. Вот так вот. И вот, румяна мои покоя не дают. Девчонки, наверное, это будет отдельный влог. Бьюти-влог, так скажем. Бьюти-влог, все такое. Не дают покоя румяна. А, собственно говоря, почему, не знаю, мне очень, я обожаю щеки свои румяные. Ну, не могу я по-другому. Вот так мне лицо не нравится, плоское. Просто корректор нанести тоже не нравится. Немного чего не нравится вообще. Какая-то я вообще, ужас. Ненравочка какая-то, да. Вот, смотрите, все немножко посохло, и мы прям вот такими движениями. Но по максимуму, насколько это возможно, пусть лучше он будет... Вот тут вообще хорошо замаскировалось. Пусть лучше он полувиден будет, чем вот вы наслоите непонятно что на лице. И она как-то матовая сразу кожа после вот этого санскрина. Прям отлично. Смотрите, 3 продукта. Это троечка Stellaris, которая пахнет, как многие говорят, советской косметикой. Мне очень нравится, серьезно. Мы берем контур отсюда. Кисть тоже от Lux Visage. Я не помню номера, вот честно. И вот так вот круговыми движениями я черчу себе того, чего у меня нет. Вот. А, пятном легло. А это потому что не припудрила эту зону. Тем более, еще не забывайте, телефон подчеркивает все, что у вас есть на лице. Это благо, у меня как бы очень хорошо, что освещение нормальное. А так, кто его знает, что было? Вот, а следующий влог, вот как раз таки я соберусь и начну сразу следующий влог снимать. Пойдем в фикс.
Надеюсь, я все-таки куплю эту швабру. Я вас задолбала шваброй. Так, дальше. Я беру вот такую кисточку. Это из Фикса как раз-таки. Я беру корректор. Складочку чуть-чуть. У меня тут работает телевизор и всего один канал. Супер. А мой любимый канал. Мне очень нравится сериал «Фитнес». Он меня прям расслабляет. И еще мне очень нравятся девчонки, что там повторы идут девчонок. Вообще не видно, надеюсь. И румяшки сразу сюда же в складочку, чтобы потом к глазику не возвращаться. Пальчик, хайлайтер. И вот так джин-джин-джин-джин. Кисточкой тушанули. И то же самое со вторым глазиком. Ой, а я румян наносила? Не наносила, да? Ну, заодно все растушуем. Добавляем румяна сразу же. Ну, уже другое. Татуаж губ, я вам хочу сказать, гляньте, как он яркий смотрится, да, сейчас? Но губы сохнут, жесть, просто жесть, как они у меня сохнут. Сохнут. О, Марфа Васильевна, принцесса. Нет, королевна. Сама себя не под ее, не... Над кем же вы будете ржать, как не надо мной? Так, ладненько. Все это замечательно, прекрасно. А мы закончили наводить маруфет. Что, хайлайтер будем наносить? Был, не был? А я оставим такую матовую кожу. Я не я, если хайлайтер не... Нет, в Стеллари он очень деликатный. Мне вообще эта палетка очень нравится. Смотрите, раз и все. Раз и все, раз и все. Симпатично. И дальше что? Мы берем фиксатор перед тушью, потому что тушь моментально на фиксаторе отпечатывается. Пока у нас фиксируется, высыхает фиксатор, бровки расчешем. Это Рилуи Про. Щеточка вот такая. У меня мама взяла гель в парфюм декоре, ну, в Волгограде. Сейчас скажу, какой. Виктория Шум. У нее такая кисточка классная. Вообще прям суперская. Она сказала, классный гель. Если честно, я и не обновила ламинирование бровей. Так, быстренько, быстренько наносим тушь на нижние ресницы. И мне нужно маленькое зеркало. Потому что я так липану. Ой, как тон хорошо лег. Девочки, он прям так хорошо лег. Мама мия. Но это, мне кажется, еще вот этот вот продукт, который с санскрином. Хороший, прям понравится. Green Planet, она еще и натуральная вроде как. Тушь неизменная моя от Эйвы. Девчонки, обожаю я ее. Обожаю. Даже если я тебя пробожаю. И теперь губы. Давайте, наверное, на губы попробуем нанести вот этот вот осенний цвет. Или же карандаши. Нет, давайте ламель. Вот люблю ламель, хоть ты тресни. Вот, 07 оттенок, ламель, гелевые карандаши, супер. Вообще прям. За контурок заходить не будем, потому что, ну чё. Видите, какой цвет ложится? Темный прям, да, на этот, на татуаж. Раньше ложился лучше. Светлее, да. Что-то очень темный свисток получился. Не нравится мне. Давайте нанесем на середку помадку от Avon Adore, вот эта увлажняющая серия. Как она называется? Легенда, чишо. Видите, какой цвет красивый. Если он на середку ляжет, не ляжет. Ну что, как свисточек? Что-то свисток такой. Очаровательно получился. Так, ладно, вернусь к вам, когда уложу волосы. Сейчас свои. Волосины уложу. Что, собралась я? И что-то как-то... Вот, солнышко светит. Просто вытянула волосы, выпрямила. И не особо как-то тщательно. И решила, ну вот помада, мне кажется, сюда как-то вот, да, не очень. Ну-ка, да норм. Поговорили с маман, обсудили все темы насущные. Вот. Честно, я так по ней скучаю. Светланка, я по тебе скучаю, она знает. Она просто знает. Особенно я скучаю по Роняшку. Я бы с удовольствием его забрала, но, блин,
Тем более, если мы будем мотаться, это вообще как бы не очень получится. И если у вас будут вопросы по поводу того, что почему собаку не взяла, это же твоя собака, девчонки, у меня родители категорически против, чтобы я таскала с собой собаку. Первое, это их сын, они прямо его чуть ли не в попу целуют, настолько они его любят, особенно отец мой его любит, и он не переживет, если я его заберу. Во-вторых, у меня мама сказала, если вам надо, заведите нового, все, это наша собака, у него есть свой дом. Так что, девчонки, если что, будут вопросы по поводу этого. А мы с вами идем в фикс, наконец-таки. Ой, ну солнышко. Вот, солнышко, солнышко, солнце. Блин, мне кажется, желтит зубы эта помада. Ну ладно, пусть она увлажняющая. Пошли. Смотрите, как красиво. И вот огороженная территория, и у нас мусорка даже отдельно. Так что вот. Почему-то пришла я домой, во-первых, что купила вот такое половое ведро. Вот. Его размеры, чтобы я его не тащила сюда. Вот. Видите, на 8 литров. И швабру. Швабру сейчас покажу какую. Смотрите, это производство, она стоит 199 рублей. Это производство Беларусь. Вот лучше ее нету. Есть там еще производство Китай. Вот она отстойная. Беларусь прям крутая. Так, ну что, пойдемте вот это разгребать. Ну что, и тут со светом как-то дела обстоят получше. Смотрите, взяла в прихожей вот такой коврик. Размер 90 на 60 сантиметров. Стоит он 99 рублей. У нас в прихожей ничего нет. Ни одного коврика. Вот этот коврик взяла в ванну. Вот такой. Антискользящий 50 на 80. Сколько он? 99, по-моему. Да, тоже 99 рублей. Дальше вот такие штуки. Это салфетки с перфорацией в рулоне для уборки. От Bon Home. Так, дальше. Сейчас давайте вспышку включу. Так лучше. Дальше вот такая тряпка. Для пола. Пошла тряпкой все промою, потом уже швабры нормально будет. Вот. Вот такие салфетки вискозные, 10 штук, тоже Bon Home. Бреф. Вот такой. Ну, как всегда, вы знаете, я маньяк. А дальше две вилки. Вот такие. От марки Kitchen. Ну, нормальные вилочки, кстати говоря. И что? И таз. И что-то еще. А, вот такую тряпку. Ну, это для кухни взяла поменять. Тоже от марки Bon Home, из микрофибры. Вот такой таз, он идет, это миска, но я ее буду использовать как таз. Тут не было верхушки, и я взяла. 199 рублей он стоит, но, в принципе, он мне понравился по качеству, что он очень плотный. И по цене, девчонки, так, сейчас. Вот так вот. Вот видите, да? Вот так. Все, на этом мои покупки закончились, фикс прайс, и буду с вами прощаться на этом. На этом все буду прощаться. Всех люблю, целую, всем пока, до следующих видео.